вас с победой. Ну, первый такой вопрос. Расскажите нам, пожалуйста, как называется, когда забивают 7 голов? Ну, спасибо, во-первых, за поздравления. Во-вторых, 7 голов, по идее, гептатрик, да, правильно. Хорошо. А как прокомментируешь сегодняшний матч? Ну, матч сложился, на самом деле, легче, чем мы ожидали. Мы ожидали сопротивления большое. Мы настраивались на этот матч очень серьезно, потому что у нас нет права на ошибку. Мы должны выигрывать каждый матч, чтобы идти дальше по сетке. Мы настраивались на матч, отнеслись к нему серьезно, поэтому победили заслуженно и крупно. Какие-то дополнительные тренировки сейчас проводите в рамках плей-офф или стандартный режим? Не, все по стандартному режиму, но на следующей неделе хотим здесь собраться, покатать 5-го полевого, подготовиться к 1-8, потому что на следующей неделе, я так понимаю, если мы выйдем из матча с Сильвином победителями, то будем играть еще на следующий день, поэтому надо готовиться, какие-то схемы налаживать, и 5-го полевого в том числе катать придется, если такая возможность представится. Как вам команда «Стахановцы»? Ну, ребята, конечно, молодцы, но я ожидал, честно говоря, большего. Они все-таки сыграли с «Прилукой», по-моему, 6-2 в группе, заняли второе место. Ну, вначале они боролись, но, мне кажется, просто быстрый гол их надломил. Они как-то немножко растерялись. А потом мы начали забивать второй, третий, четвертый. Они окончательно посыпались и все, уже, по сути, не играли. Вам предстоит игра с «Сильвином». Что можете сказать о своем будущем сопернике? Ну, команду мы знаем, играет с нами в премьер-лиге. Команда неуступчивая, тем более у них еще Леша Михайлов играет. Мы будем смотреть уже, судя по игре, как нам играть, потому что они могут как катать 5-го полевого, как они играли с «Энергией» в 1-16, так и играть с вратарем. От этого будем отталкиваться уже, какую схему нам наработать на этот матч.